площадке будет вот что. Великая Академия Петрушина, если вы отойдете чуть-чуть в уголок и посмотрите, 4 ширмы здесь стоит. Представляете? Вот, между прочим, никогда в жизни, я тебе говорю, никогда в жизни 4 ширмы на одной сцене не собиралось. И все петрушки лучшие в мире, потому что других нет. Понятно? Вот так. Начинаем? Начинаем. Ну, поздоровайтесь с Петром Ивановичем. Здравствуйте! Петр Иванович, это куда ты отправился-то, а? Спать пошел. А работать кто будет? Я, а ты спать. Молодец. Ну ладно, Петр Иванович, пошутил. Все, давай будем работать. Я начинаю, а ты подхватываешь, хорошо? Давай. Петрушка, зрители собрались, а? Ждут уже, зовут, хлопают, да? Так, вместе кричим Петрушка, 3-4. Петрушка! Привет! Привет! Здорово! Здорово! Привет, привет! Привет, привет! Здорово, здорово! Здорово, здорово! Здорово, здорово! Петрушка, давай сыграем представление. О, ну давай, давай, давай. Давай. Начинай. А сначала расскажи, чем ты любишь заниматься. Я? Да, для всех. Я люблю поесть. Петруша любит поесть. Ага. Попить. Потом попить. Потом поспать. Потом поспать. Потом поспать. Петруша, у нас дети. Два директора. Представьтесь друг другу. Да. Дмитрий Мозговой, директор Всемирного фестиваля детских театров. Давид Бурман, директор Международного фестиваля «Кукарт» и художественный руководитель специальной программы Всемирного фестиваля «Кукарт» Садовый Эрмитаж. Вот. Наш фильм о Петрушке. Знаете, наш фильм «Академия Петрушки». Я узнала, что есть такое научное учреждение. Да. Несколько, так сказать, не очень официальное, но тем не менее так себя называющее. И вот мы бы хотели спросить, если вы как-то можете ли вы проследить, во-первых, сколько петрушечников, вот, по вашему пониманию, в России, и, так сказать, есть ли тут какие-то интересные особенности? Да, официальных петрушки у нас около 3. А неожиданно стало выясняться, что очень многие театры увидели, что Петрушка – это наше все, для, как для литературы Александр Сергеевич, так для нас. Да. Уксусов. Да, Петр Иванович Уксусов. И получается так, что Петрушками заинтересовалось порядка 12 театров и всевозможных так называемых частных проектов. Но в программе «Кукарт Садовый Эрмитаж» мы решили провести такую акцию, которая называется «Все петрушки сразу». Здравия желаю, Уксусов! Здравия желаю, товарищ генерал! Как добрались? Отлично добрался, только малость проголодался. Ах, да ну это ничего, пообедайте, как только выполните первое задание. Первое задание, в атаку, ура! А нет, Уксусов, не в атаку. В разведку. Нет, Уксусов, не в разведку. Ну куда? Первое задание требует сноровки и умения. Надо бы насварить кашу для всего нашего подразделения. А? Да вы что, товарищ генерал? Да я кашу варить, так... Ёп-ёп. Нет, это только моя мамаша, тетя Маша. А я ее есть могу с маслой. Есть ли еще какой-нибудь персонаж, равный Петрушке в традиции кукольного театра? Это сложный вопрос. Пульчинелло, но не у нас. Да, да. Панч, но тоже не у нас. Панч тоже не у нас. Да, Гиньоль тоже не у нас. И даже Карагёз не у нас. Ну, я думаю, что русский Петрушка – это удивительная иностранная кукла, которая стала русской. Знаете, да, что есть даже такое поверье. Все, что в Россию попадает, в русскую культуру, оно неожиданно становится настоящей русской культурой. Как чай, как самовар. Красавица! Красавица. Красавица.
Красавица! Хорошая! Петр Иванович Юксусов. И я, музыкант его. Ой, сейчас приду. Только кофею попью. Слышал, Петр Иванович, сейчас придет. Только кофею попьет. Ну что, встретим ее достойно. Ой. Ой. Петр Иванович. Ой. Ой. Иди отсюда. Ой-ой-ой. Иди отсюда! Это что за чучело? Это пришла к тебе твоя невеста, Петруш. Чучело-белучело! Так, Петруш, а зовут ее, между прочим, Варвара Петровна. А, тоже? Ты чего? Да. Привет, Варвара Петровна! Ой! Слушай, да. Это чего это стерео? Ну, Варвара Петровна дышит к тебе неровно. А, понятно. Ой. В Англии есть Академия Петрушки, а в России нет такой. И сами англичане, панчи, они называют себя профессорами в этой академии. Кто присваивает звание, я не знаю, мы не выяснили. Но профессор Академии панчи. Да? Звучит же, правда? Здорово. Это говорит просто о том уважении к культуре панчи, которое есть в английской культуре в целом. Так вот, мы тоже хотим, чтобы Петрушку любили и уважали. И не только потому, что это нечто, да, а как вот что-то такое присущее русской культуре, а именно потому, что это очень трудное, кроме всего, это яркое искусство. Будь здоров, Петр Иванович. Дожди, ноги промочил. Промочил, дожди каждый день. Будь здоров! Спасибо, 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 всем спасибо. Ой. Петр Иванович, невеста у тебя богата? Богата. Значит, спесиво. Спесиво? Пешком ходить. Лениво. Лениво. Надо ей лошадь купить. Как здесь купить? Где здесь купить лошадь? Кто знает? Вот цыган, все знают. Все знают. Противная лошадь. Так кому нужна хорошая лошадка? Молодая! Всего три зуба, значит, молодая! Под гору бежит, скачет, а на гору ползет, плачет! Там... Это что такое? Так, кому нужна лошадка, а? Петрушка? Да, Петрушки, Петрушки. Ой, а где этот ваш Петрушка, а? Петрушка! Ой, что такое? Петрушка! Ой, да где он? Петрушка! Ой! Да что такое, Петра? О! Здорово, друг Петрушка! Привет, 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 привет! Смотри, какая хорошая, молодая лошадка, а? Видишь, всего три зуба, значит, молодая. И знаешь что? Я тебе ее просто так подарю, да?
Потому что я ее видеть уже не могу. Я ее слухать не могу. И нюхать не могу. Петр Иванович, я тебе объясню. К лошади нужно подойти сбоку. С этого боку. Подошел? Подошел, давай. Разогнался. Нет, нужно высоко подпрыгнуть. Подпрыгнуть высоко надо. Высоко? Да, попробуй. Нет, Петр, хорошо. Как надо на лошадь садиться? Верхом. Верхом. Нет, подходишь. Подхожу. Ногу в стремя. В стремя. В стремя. О, понял, вот, молодец. Получилось, браво. Аплодисментов не слышал. Браво, Петр Иванович. Ой, лошадь понесла. Так, что случилось? Упал. Зашибся. Доктора надо звать. Доктора. Вместе. Доктор. 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 Кто здесь? Кто здесь больной? Петр Иванович. Что в тебе болит? Да где болит? Тут. Тут. Здесь. Здесь. Тут. Хватит баловаться, а сам покажи, где болит. А он уже здоровый. Тогда плати за лечение. Мое почтение, за какое такое лечение? Плати, кому говорят? Вот, Петр Иванович, за кошелечком беги. Эх, доктор, доктор. Что? Тебе не стыдно, разве так можно? Да только так и можно. Ты же ни одной процедуры не сделал. Как-то? А, массаж? Ах, массаж. Вот тебе за процедуру, вот тебе задаток, вот тебе остаток, а вот тебе на лекарство самого. Вот так и доктора вполне рассчитали. Вы видели таких докторов когда-нибудь? Нет. Yeah. Только положительно. Я видел, вот. А, вот и все. Я видел. А все остальные нормальные? Я видел. Где? Это психолог. Что? Что? Что с ним? Он не дышит. Не дышит совсем? Пьяный. Ты ж его убил. Убил. Не купил, убил. Ты сейчас продам. Продашь сейчас. Петр Иванович, что? Тут шутки в сторону. Раз, давай. Раз, давай. Когда мы говорим кукла, мы представляем себе человечка какого-то, прежде всего, а потом уже все остальное. Но если обобщить, то кукла – это что-то живое. Вот то, что мы оживляем. Потому что мы можем оживить и пучок сена, да, и камешек, орешек. И все это будет куклы для ребенка. Чтобы сделать из этого спектакль, нужно попытаться этими предметами рассказать историю какую-то. Вот что такое театр. Это рассказ истории с помощью инструментов. Вот театральная кукла – это инструмент. Марфушка! Вот ты чего здесь делаешь? Ой, Петр Петрович, а? Я за вами бежала, догнать не могла, аж до самого фронта и не бегла. А че бегла-то? Ой, Петр Петрович, прямо не знаю, как и сказать-то. О, не может быть! Ага. А? Да нет, Петр Петрович! Вы же свою, о, дубинку забыли. Ой, Марфушка, фу, какая ж ты глупая. Ну зачем, зачем мне на фронте дубинка? Я же всем винтовки даю. Ой, а ваша ж где, а? А моя-то, да? А моя в ремонте. Ох, и врете. Марфа Пантелеевна, тут вам не в деревне, а на фронте. Я пошел в атаку, бил фашистов, бил, колотил. Такая куча навалилась, аж винтовка моя закоптилась. Если боец стрелять старается, то ствол винтовки его засоряется. Вот, я и сдал свою в чистку. Ой, какой бы герой! Ой. Давай поцелуйся. Давай поцелуемся. Ой, любовь. Ой, ты герой. Твой рай. Давай, поцелуйся.
Он обожает целоваться. Прям его губы. Ой, прям. Это того щекотит. Ну, герой. Я герой. Да мы знаем, что ты настоящий герой. Я такой. Вот, ребята, сколько ему лет, кто знает, но? Пять. Кто отгадает? Пять, так мало. А ты что? Я старый. Он уже старый. Я горбатый. Я такой старый. Одинокий. Одинокий. Там что-то нету. Там, естественно, ничего. Ириста! Там. Там тоже. Петруш, 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 посмотри вперед. Ух ты! Ну? Ирод, кто жениться хочет? Иди сюда. Так, Петруш, смотри, даже руки поднимает. Слушай, это маленький. А, да. Это маленький. Говорит, что слишком вы маленький. Мы в невесту-то возьмем. Ну, давай, выбирай, кто тебе понравится. Ну. Давай, побыстрее. Не-не-не-не-не-не. Стоп, все назад. Что вы маленький. Все назад. Ну что, Петр Иванович, будем рыбачить? Это не удочка. А что это? Это не все, это рыбинка. Покажи. Ловись, рыбка большая, прибольшая. Ловись, рыбка большая, прибольшая. Ловись, рыбка большая, прибольшая. Ловись, рыбка прибольшая. Сейчас я ее поймаю. Вы только подальше. Ловись, рыбка большая, прибольшая. Ловись, рыбка большая. Люди, отойдите. Да отойдите. Поймали, ребята. Вот она. Иди. Петр Иванович. Петр Иванович, вот она, вот она, вот она, Петр Иванович. Да что такое, Петр Иванович? Ты даже укусила. Значит так. Петр Иванович! Петр Иванович! Петр Иванович! Ты что, уже рыбу ешь? Чтобы тебе кость поперек горла встала. Петр Иванович. Как в живот поместить? Ну как это понимать? Как в живот поместить? Вкусная рыбка. Я, наверное, вижу, что она вкусная. А мы ее ловили, а ты ничего не делал. Сам не съел. Поднимай сегодня утром, а? Одевали. Вот так вот, сюда провожали. Вставал, сапожки надевал. Я такой. Наш фильм «Дети глазами кукол». И я смотрю, что эта тема в спектаклях ваших присутствует. Конечно. Вот в какой мере, как вы думаете, у вас конкретные зрители, дети, влияют на спектакль? Дети? Дети. Ой, дети. Дети – это страшная сила. Дети, вы видели, как дети чуть ширму не снесли? Не у нас, правда, да? Мы их обхитрили, мы им не дали возможность подняться. А если... Дело в том, что «Петрушка» – спектакль провокативный. Все время публику заставляет что-то делать. Ну а если, если детей уже что-то, ты их раскочегарил, то остановить невозможно. Если у тебя нет специальных приемов притормаживания, то дети просто снесут спектакль и все. Петр Иванович, как мы понимаем, тут ведь в чем фокус? Каждый трактует, как он умеет, но из-за этого и спектакли разные получаются. Да? У одних это сатирик, у других это такой дурачок. Вот. А мы понимаем про Петра Ивановича так, что это ребенок в момент его формирования, вот в самый момент. Но чем от ребенка отличается Петр Иванович принципиально? Все то же самое, есть одно отличие. Он не меняется. Вот ребенок развивается, а Петр Иванович ничему не научается. Если он споткнулся один раз, то он будет спотыкаться еще тысячу. Да, это кошмар. Но научить его ничего нельзя. Вот. И в этом все. Он всегда вот это поддерживает вот эту линию. И вообще смысл спектакля, как нам представляется, в бесконечном движении. Не в том, что он там что-то осмеивает или еще что-то, это все второе. В бесконечном его возрождении. Не в движении, в бесконечном возрождении. Потому что мы много раз это проверяли. Если закончить спектакль тем, что его убили, Петр Иванович, представляешь? Да? Вот, убили. Все. Съели, утащили в ад, все, исчез с ширмы, и на этом закончить, то полный провал. Вот странная ведь история, абсолютно непослушный социальный тип, да? Да, это ты про тебя рассказываешь. И в то же время почему-то он вызывает сочувствие, да?
это очень глубокое сочувствие. Мы понимаем, что он ведет себя плохо, а тем не менее вызывает сочувствие, и все ему рады. И вдруг, именно потому что он себя плохо ведет, выходит представитель инфернальных сил, да, черная собака, хватает его, и все, умер. И если на этом закончить, у зрителей не просто обида, а полное недоумение. Они перестают понимать вообще, что им рассказывают. Они как бы... И все, а как же? Ну как, вам показали, что зло наказано вроде. Вот плохое зло. Нет, они ждут совершенно другого. Чего они ждут? Там, они же это не рефлексируют, не продумывают. Чего они ждут? Они ждут, что он вдруг раз и снова выскочит на сцену. И вот в тех театрах, которые ходили по улице, он выскакивал в следующем дворе. И поэтому все бежали в следующий двор и это, видели это возрождение. Мы это показываем сразу. Ой! Кто это? Щука? Ты кто такой, а? Сами вы щука тут стоите. Я черт с рогами. Рога видишь? Видим. Вот значит черт с рогами. А зачем ты сюда пришел? А вот традиция такая. Да, ребят, вот такая традиция. Черт с рогами или шавка приходит и петрушку утаскивает. Что делать будем? Ну чего, ну, давай соображай. Биться будем? Нет, Петруш, нет. Не поможет. А, не поможет. Ну, Петруш, а! Посмотри, Петр Иванович должен найти. Петруша! Куда же ты? Ложись! А я говорю, ложись! Ты бы показала, как ложиться. Он бы посмотрел, запомнил и лег. Показываю один раз. Петруш, а ну подержи. Так, сначала кладем головку, затем ручки. Вот так, запоминаешь? Вот так. Вот так-то, госпожа, смерть. Рано Петру Ивановичу умирать. И вообще, Петрушка, бессмертный. Я живу, я всегда живу, потому что я представляю вот эту саму жизненную силу. Вот так бы я сказал. Умно? Я умно говорю? Ой, ты вообще умный! Я очень, ты представляешь? Живот твой любит, умственную руку. Ну так что, Петрушка, ты взрослый или ты ребенок, а? Ну я же все сказал уже. Да, он уже сам все сказал. Я очень старый, но я ребенок. Сколько тебе лет? Да кто его стоит? Ну, 200-300. 200-300. Ну, примерно. Не меньше тысяч. Я думаю, больше. Я думаю, что Петрушка пришел, вот пережив все, да, он пришел из самых ранних времен. Вот из тех времен, когда человечество формировалось. Вот оттуда. Я просто уверен в этом.